Всем привет! А сегодня наш третий день пребывания в Кракове. И мы погуляем с вами по старому месту. Сейчас пойдем на Замковую гору, посмотрим, что там и как. Ну, а потом не спеша погуляем по улочкам старого города. Дошли мы до замку. Пошарахаемся. Ну, вовнутрь никуда, конечно, не пойдем. Времени нет, световой день короткий. Да, вот этим плохо в такие времена кататься. Вкрапление кирпича в камень. Дизайн, говорит. Здесь вот тогда мы были летом. Вот это здание так красиво плющом увито, зеленые стенки. Правда, Ольга говорит, что это вредно для здания. В здании заводятся пауки, мыши, начинает воровать канцелярия. Дыроколы. Особо крупные размеры, короче, воров пиздят дыроколы. А вон дракон стоит. Из легенд. Но так как эту легенду рассказывают все, то пересказывать я ее не буду. Чёртово колесо работает, крутится. Вот, вот так сюда по этой дороге, как мы прошли, прискакивали на лошадях, там ты-будык, 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 и вот сюда уезжали так. А тут челядь. Царевна такая выбегает, встречает сразу, с балкона упрыгивает. Ай, ой. Свои. Ну, здесь, наверное, дроном не полетаешь. Точно рога открутят. Подойдет пан полициант, скажет: сажай дрон, бери узелины, пойдем участок. Наверное, старые руины чего-то. Совсем-совсем старого. Специально тут ничего не засадили. Гурда, что ж ты дома кучами что ли валили? Вот там. Цощ. Красотища. Вавельский собор представляет собой готическое здание, к которому были добавлены часовни в разных стилях и в разное время. Перед входом на массивных железных цепях висят огромные доисторические кости животных. Считается, что они обладают магической силой, которая охраняет собор.
так для вас снимать буду. С папским. А оно как раз в окошко смотрит. С папским жезлом собака. Кто говорит, что Святой Дух бесполый? Во! Здесь, наверное, бились рыцари. Кстати, это, по-моему, да, музей рыцарский какой там. Мы сюда сегодня не пойдем. Кафедра на Вавилю. Кости. Кости? Да. Это где? Вот висят. А-а-а. И там сверху еще. Может, ну да, крупные кости. Нога поднята, значит, умер от ранений. Если две ноги подняты, значит, ранен в битве. Ой, этот убит, погиб в битве, короче. Фу, блядь, совсем запутался. В бою. А здесь стража тусовалась. На балконе на этом спускалась вот так вот, да, спускалась и вот там вот тусовалась стража, смотрела в окошке. А когда делать было нечего, вот на этом бетонном круге играли в кости на пиво. Сейчас мы проходим через гербовые ворота. Кирпичи с именами. Так увековечили тех, кто внес пожертвования на восстановление замка. Также написано год и сумма пожертвования. Ну, сегодня мы бродили туристическими тропами. Вот, хотелось бы сюда приехать, как-то пожить чуть-чуть и по всяким закоулкам пошарахаться. Улица канонична. Воеводский ужонт. Охраны памятников в Кракове.
Мажена, Глужневска, 2017 год. Вот по этой улице, по этим трем улицам ездил король, короли. Королевская дорога. Пассаж 13. Ничего себе. Трехногая лошадь. Этот арт-объект заставляет задуматься каждого, что бы это могло означать. На самом деле это четырехметровая лошадь, установленная в 2014 году по замыслу автора, совсем не предназначена для украшения площади. Автор таким образом передал свои размышления о власти и политике, о подчинении и зависимости и свободе. Ну, он художник, он так видит.
еды. Малый рынок. Небольшая площадь окружена многоквартирными домами с украшениями в стиле барокко разных цветов. Давным-давно здесь продавали мясо и рыбу. Малый рынок. Рынок. Малый рынок. Ребенок. Ребенок. Сова. Ну чё, куда? Туда? Или туда? Туда к рядам, улица, где мы ходили. Ну вот по этой, наверное. Значит, поехали. Столярская. Здесь столяры, наверное, жили. Пассаж Беляка. Все, пассаж. Ну а вот так вот зайдешь куда-нибудь, вроде как в подъезд, а тут вон чё. А скорее всего здесь в теплые времена. А ну это как по аналогу в этом, в Будапеште. Только там двухэтажная, а тут вот не двух. Да, ночью, наверное, тусьба. Хотя вон, видишь, наверх тоже, да, здесь, наверное, наверх загоняют и закрывают их. Телефон звонит, еще и не мобильный.
Я постараюсь все изменить. Пишите в комментариях, кто что увижу. Я вижу дебилов, который не может писать правильно. Звёзды скрыты, чувак. Дождливая ночь. Какая глубокая грусть. Сука, дебилы. Мы тут, да, оттоптали уже все, что можно. Здесь на каждой плитке по 10 наших отпечатков в разные стороны. Это здание в стиле Ренессанс, длиной 100 аж 8 метров, в котором находится самый большой и лучший рынок сувениров во всем городе. Z marca 1990 roku ze Stanami Zjednoczonymi de facto wypowiada tą umowę. Umowę niebezpieczeństwa będą wystawiali Polskę na śmiertelne niebezpieczeństwo i nie możemy na to pozwolić.
мужика горох рассыпался. Ну вот и подошла к концу наша поездочка. Всем спасибо за просмотр. Удачи, здоровья. Всем пока. Всем пока.